И в конце выпуска о ситуации на мировых финансовых рынках. Цены на нефть на торгах в Азии опустились ниже 31 доллара за баррель. В результате индекс ETF утром потерял сразу 2%. Позже он начал расти и сейчас вышел в плюс. Похожая ситуация с курсом рубля. Сразу после открытия биржи доллар подорожал до 77 рублей. Но затем российская валюта стала укрепляться и сейчас торгуется на тех же уровнях, что и накануне. Официальные курсы Центробанка на завтра. Доллар 76 рублей 60 копеек, евро 83 рубля 44 копейки.